Проверка на крутость. Если ты крутой, успей поставить лайк за 5 секунд. Посмотрим, какой ты крутой. Давай-давай, ставь лайк. О май гад, ты успел, да ты просто красавчик. Хей, здорово, чуваки, с вами Ролюха, и добро пожаловать на новый видосик по GTA 5, в котором мы опять будем надоедать полицейским в этой потрясающей игрухе. И сегодня будет прям мега круто, потому что, как сказали, в полицейском участке какой-то переполох случился с одной из русских тачек, и ее сейчас в укромном местечке чинят, а я ее хочу украсть. Поэтому смотрите до конца, ничего не перелистывайте, будет очень интересно. Ну а кто впервые, обязательно подписывайтесь. Сегодня мы едем вот на такой вот малышечке, ребята. Обязательно пишите в комментарии название этой машинки. По традиции, да, вы всегда, когда я на какой-нибудь машинке еду к полиции или просто катаюсь, да, вы пишете название ее в комментарии. Вот, допустим, какая-то модель, марка машины и модель, да. Вот, блин, ну это должен знать каждый, ребят. Вот тут даже небольшая подсказочка есть, вот. Короче, все, ребят, приятного просмотра. Сажусь в эту машину. И, кстати, давайте продолжать знакомиться. Я вот хочу у вас кое о чем спросить. Какого... Так, стоп, дверь, закройся. Опа. Какого вы время... Короче, в какое время года вы родились? Допустим, весна, лето, осень или зима? Пишите, ребята, в комментарии. Вот в какое лето... в какое время вы родились? Вот я родился летом. Вот, в августе летом. А вот когда вы, в каком месяце, то есть в какое время года, пишите в комментарии. Давайте мы вот так вот познакомимся. Ребят, не ленитесь, реально пишите. Мне очень интересно. Я как бы многих лайкаю. Если я вас не лайкнул, то вы просто можете много раз свой комментарий написать, чтобы я вас заметил прям 100%. И лайкнул тоже, как бы вот такая вот вам подсказочка, да? Короче, давайте мы уже заезжаем сюда, к полицейскому участку. Я особо ничего пока не вижу. Чё, в смысле? Тут же сказали же, что что-то есть. Блин, ё-моё, ребят, где я? Не понимаю. Не понимаю. Давайте мы объедем. Так, сзади... сзади тоже ничего нет, но я там что-то вижу, там какие-то... Там что-то много полицейских стоят. Ну-ка, стоп, чё там так много полицейских стоят? Я не понял. Вы видали? Скорее всего, вы не видели, но я сейчас увидел, что за фигня. Давайте сейчас припаркую нашу Ладу. Ой, блин, я же сказал название. Ну, окей, я думаю, многие уже написали в комментариях. Это Лада Приора, черненькая, затонированная, да, просто суперская машиночка. Короче, вот тут было много сейчас полицей... А, вон они! What the fuck, ребят, чё их так много и чё они там вообще стоят? Ну-ка, стоп, ребят. Стоп, стопе, стопарики, ребят. О, они стоят около какой-то секретной двери на кодовом замке. Ё-моё, ребята! Чё у них за новизна-то такая? Блин, вот этот полицейский, конечно, совсем не в тему тут стоит. А, надо бы нам его прищучить кое-как. Ребята, давайте. Я сейчас типа такой иду, спокойненько. А потом так... Оп! Тихо, тихо! Лежать, говнюк, всё. Убили его. Никто не заметил. Теперь нам нужно убить вот этих чуваков. У нас есть, ребята, пистолет с глушаком. Так, давайте мы его найдем. Вот, пистолет с глушителем. И нам сейчас нужно аккуратненько их всех тут, ребята, прищучить. То есть всех убить. А то они что-то тут стоят. Около этой меточки, около этой двери, в которую я хочу зайти, блин. А они стоят и что-то, походу, дверь проверяют. Ребят, это совсем не дело, поэтому сейчас мы их всех убьем. Готовы, ребят? Давайте. Yes, ребята, это было мощно, это было круто, это было... Ух ты, гад! Чуть не заметили. Это было очень круто, тихо, самое главное, и так далее. Так, тут какой-то кодовый замок. Давайте, ребята, мы его сломаем. Давайте мы сейчас кое-что сделаем. Сейчас мы быстренько. Так, не-не-не, надо с чего-то помощнее. Во, берем. Опа, идеально, заходим сюда. Так, мы появляемся, где мы это? Мы в каналах Лос-Сантоса? Ё-моё, это мы через эту дверь секретную прошли, капец. И чё... Тихо. Вот эта тачка, чё это за машина? Чё за Жигуль? Ребята, чё это за тачка? О май гад, какие-то конусы какие-то стоят, всякие красные знаки, то что сюда нельзя подходить. Ребят, хорошо. Окей, давайте мы сейчас посмотрим, чё тут такое... Это чё? Это москвич! Это москвич ДПСовский, ребята, вы представляете? Ребята, тут механик, тут чинят тачку. Ребята, мужик,
На тебе посраки, на, убили нафиг. Капец, ребята, давайте украдем. Сколько вы бы звезд дали бы за такой москвич? Пишите в комментарии. Я сажусь. Так, вот такой салончик, очень крутой. Капец, ребята, просто жесть. Москвич, офигеть. Что написано? Москвич 1.5, ё-моё. Ой, сирена, блин, капец, куда угонять? Сколько? Столько звезд за москвич? What the fuck? Капец, ну давайте погоняем, окей, я не против погонять. Ну-ка, где вы, ментяры, блин? Так, давайте аккуратненько только отсюда мы выйдем из канала Лос-Сантоса, а то здесь очень сложно будет кататься от полиции. Все, вылетаем оттуда. Тихо, за мной уже гонятся. Так, давайте мы сейчас сразу бомбу-липучечку возьмем. Бомба-липучечка. Так, пошел процесс. Пау, готов, молодой. Так, что там? Вертолеты, бедняги. На, не попал? Стоп, я думал, на. Блин, я не попадаю. Ну окей, а вот поэтому, на. Смотри, опа, блин, вы видали, с липучки, с гранаты липучки. Оп, смотри, опа, офигеть, просто офигеть, ребят, все. Капец ментам, они нас больше не догонят никогда. Смотрите, опа, ча, ой-ой-ой. Все, ребят, давайте будем предельно аккуратными. Тихо, на, что там еще кто-то едет за мной. На, блин, капец, ребята, это мощно. Так, вертолет, иди нафиг, достану. Тихо. На. Опа-ча. Все, ребята, гоним. Да иди нафиг. Франклин, сверхспособность мы твою врубаем. Не ленимся. Тихо. Вот это подстава была. Это была точно подстава. Иди сюда. Сюда подъедь быстро. Это подстава, я такое не уважаю. Это, блин, лютая подстава. Ну согласитесь, капец. Мы летим, а это вылетает вообще, блин, на красный свет. Или какой там свет был, блин, капец. Разве так можно? Не понял. Это было сейчас серьезно, да? Вот ты сейчас серьезно так сделал. Это было серьезно, да? На. Все, ребята, аккуратненько. Давайте сейчас мы... Я хочу угнать скорее. Кстати, ребят, посчитайте, пожалуйста, сколько это звезд. Я опять забыл вам сказать. Просто я в названии могу ошибиться. Я уже два раза ошибся, считав эти звезды. И я в названии написал совершенно другое число. Поэтому, ребята, давайте, все в ваших руках. Вы можете мне помочь в этом. Потому что, блин, тут столько, реально очень много звезд. И, блин, тут вообще грех не ошибиться, можно сказать. Блин, тут реально капец. Офигеть, обычно-то в GTA-шке там 5 звезд всего лишь, да? Максималочка. А тут, ребята, сколько тут? 60 звезд, 50. Я в шоке. Так, давайте аккуратненько отсюда выйдем. Нам сейчас нужно ехать за город, ребят. Спокойненько сейчас поедем за город. Угоним в какой-нибудь тоннель. Нас точно не найдут. Это будет просто супер. Это будет просто божественно. И, ребята, будем вообще кайфовать. Потому что у нас москвич. Москвич, СССРовский москвич. Блин, ребят, серьезно. Кто-нибудь из вас хочет такую тачку себе? А прикиньте, если ее... затонировать, если ее занизить, ё-моё, да это вообще вот ласточка какая-то уже получается. Так, давайте аккуратненько. Так. Гоним. Все, мы сейчас за городом практически. Опа. Все, гоним аккуратненько. Конечно, у нас сейчас мигалки, все сейчас расступаются. Не очень, на самом деле, удобно. Блин, за что тачка-то остановилась? Ты чё? Эй! На, блин! Козел, на еще тебе плюху! Блин, тихо. Тихо. Аккуратно, ребят. Гоним. Ай-яй-яй. На. Вот эта способность у Франклина, блин. Вот он вообще красавчик. Не зря у него такая способность, конечно, есть. Ребят, аккуратненько. Что, ребят, на гору? Я думаю, вы со мной, ребят, согласны. На гору 100%. Без горки никуда. Потому что сейчас за нами будет много полицейских на машинах ездить. А тут за нами просто будут вертолеты, которые я могу сбить. Ну, конечно, там еще новые, блин, появятся. Ну, ладно. Все равно тут не будет полицейских машин. И можно будет гораздо проще угнать ото всего этого дела, ребят. И вот все, короче, супер. Блин, давай на... Встань на колеса, пожалуйста. Что это сейчас было? На колеса встань, говорю. Зачем ты так делаешь? На колеса. Все, ребят, встали на колеса. Тихо.
На карте они меня уже из виду... Из виду они меня потеряли. Так, стоим. Ай, блин, я забыл про вертолет, блин! Капец, нам нужен какой-то, ребята, туннель, срочно. Я, походу, знаю, куда мы сейчас свернем, ребят. Я знаю, куда мы сейчас свернем. Тут только один... Одни вертолеты сейчас за мной, потому что мы по горкам сейчас поедем. Тихо, блин! Чё за собака там была сейчас? Я, ребят, извиняюсь, я не хотел такое делать. Это был не нежданчик, я честно говорю. Все, едем сейчас по рельсам. Сейчас мы, по идее, в туннельчик приедем. Все, ребята, по идее, вот тут нас никто не найдет. Вот прям никто, 100%. Можно даже еще ускориться. Угу! Только вертолет нас сейчас увидит один разочек. Все, последний раз ты меня видишь. Ты меня видишь последний раз. На тебе плюху. На тебе плюху. На плюху. Все, последний раз он меня увидел. Я, ребята, ныкаюсь. Все, я ныкаюсь здесь. Здесь меня точно никто не найдет. Никто. Все, ребята. Еще мы делаем вот так, чтобы у нас Франклин к рулю прижался вот так вот. Хоп, чтобы было еще гораздо круче. Чтобы нас точно никто не нашел. И чтобы у нас звезды розыска поскорее убрались. И тогда будет просто шикардосик, ребятки. Будет просто шикарно. Все, ребят, давайте. Ждем, пока у нас звезды пропадут. Ждем, ребята. Ждем. Так. Давайте, пропадайте, звездочки, блин. Чё ж такое-то? Звездочки, давайте, пропадайте. Вы же меня... Я же вроде из виду-то пропал. Чё же они на меня все так смотрят-то? По карте непонятно. То ли они меня нашли, то ли не нашли. Блин. Опа! Опа, чё? А вот это уже крутяк. Ребята, мы угнали от вроде как 60 звезд розыска. Так, уже поезд едет. Как же он вовремя? Давай, проезжай. Почему какой-то поезд другой? У нас же был паровозик Томас, вы помните? А сейчас какой-то обычный. В общем, ребят, мы украли Москвич. Походу, его успели починить. Там какие-то детальки закручивали, доделывали. Но он на ходу, как бы все нормально, ничего плохого не случилось. Все идеально работает. И я вас, ребята, поздравляю. Огромное всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте, ребята, плюсы в комментарии. Пишите плюсы в комментарии. Я буду знать то, что именно ты, да, именно ты и ты, и ты, и ты, и даже ты досмотрели до самого конца. Но сейчас я вот на такой вот вид вот стану. Просто красивейший вид в GTA 5. И вы только на это посмотрите. Все, ребята, паркуем, как говорится. Вылазим. И что, ребята, поздравляю вас. Спасибо всем большое за просмотр. На этом все. Всем желаю удачки, ребята. Скоро мы увидимся в новых видосиках. Украли мы такой вот Москвич. Кстати, не пропускайте видосики. Подписывайтесь, да, чтобы нас было еще больше. Чтобы вы не пропускали новые интересности. Все, ребята, удачки всем. Желаю, не болейте. С вами был Райлюха. И всем, ребята, пока-пока.